Девочки, продолжаем показывать новые модели казаков. Казачки классные. Есть казачки, которые без замочка, и есть с замочком. Есть высокие, есть стандартные именно казаки-казаки каблучок. На мне бежевые замш, очень красивые, кстати, очень красивые. Я не знаю, как передается по видео. Шикарно на ноге смотрится, размер в размер они идут. 10-600, с 36 по 40 размер. Размеры полномерные. Высокий подъем, хорошо входит. Такие же черные казаки с 35 по, остался по 39, 9600. Также хорошо входит, но единственное, у кого очень высокий подъем, девочки, не пройдет. Вот такой вырез проходит, вот такой очень тяжело. У кого нету подъема или средний классический подъем, то хорошо входят эти модели. 9600 с 36 по 39 остался. Это все весна. Давайте буду отставлять в сторонку то, что показала. Остался с 36 по 40 размер, 9600. Девочки, тоже хорошо. Кожаный хороший сапог. Попробуем вдеть при высоком моем подъеме. Попробуем. Не буду обещать, как войдет, но попробую. Нет, девчонки, не буду мучиться. У меня очень высокий подъем, поэтому, смотрите, модель шикарная, конечно, 9600 с 36 по 40 размер, в светлом цвете она и в черном. Кожаный, кожа изумительная, здесь утеплитель идет. Модель шикарная, 9600. Это все осень-весна. Еще хочется показать вам. Сапожки с 36 по 40 размер, 10-800. Подписчикам однозначно скидки будут. Они в двух расцветочках. Кожа шикарная, мягенькая вся. Очень хорошо садится на ногу. Но опять-таки проблема с подъемом, девчонки, у кого как. С 36 по 40 размер, 10-800. Это все весна-осень. На мне модель 13-800 с 35 по 40. Она в коже, в замше. На мне 37 размер. Модель, кстати, очень хорошо бывает на высокий подъем. Сейчас даже покажу, как она. Это 37 размер. Очень хорошо входит, застегивается очень хорошо. Прям шикарная модель. Можно с платьями, с брюками. Носочек защищен, он классно прям смотрится на ноге. Очень аккуратная, классическая обувь. Это все осень. Показывая осень, девочки, на замочке еще, может, кому-то понравится, это ковбои. Многие спрашивают, конечно. Они тоже с утеплителем очень хорошо садятся на ногу. Очень аккуратные, классные ботинки. С 36 по 40 размер 11600. Они в черном цвете. Коричневый цвет у меня есть такой, но они в зиме. Без замочка, но в зиме. 13600. Они полномерные, даже немного плюсовая модель. Коричневая зима, черная это осень. Девчонки, давайте покажу вам осень. Новые модели получили. Они шикарные, просто шикарные модели. Мне очень жалко. Вот эта модель с трудом, конечно, но обувается на высокий подъем. Они шикарные, просто шикарные эти модели. Модели новиночка, они 8800 в коричневом и черном цвете. Очень хорошо на ножке смотрится, кореобразный носик. Защищен носик, то есть если грязь, замш защищен.
Здесь шлифовочка идет. Очень легкий, не скользит, хорошая модель. 8800 с 36 по 40 размер. И в коже немножко короче. 11600 с 36 по 40 размер. Здесь утеплитель стоит. То есть, кто не боится морозов, пожалуйста, можно зимой ходить. Да у нас такие в Москве морозы прям. Очень хорошая кожа, прям мягенькая. Еще модель 12800, она повыше. Это в одном размере остался, девчонки, остаток. 8600 для подписчиков. Скидку сделаем в любом случае на одну пару. Цена будет другая. А это новинка. 12800 и 11600 покороче. С 36 по 40 размер. Размеры полномерные эти. Очень красивая модель. Кстати, нерпа. 12800. Попробую надеть. Но модель шикарная. Вот на мне 37 размер. Модель обувается нормально, хорошо. Даже на высокий подъем, на широкую ногу. Очень красивая модель. Очень оригинальная, красивая, очень удобная. Полномерная модель. Ну что, переходим к зиме. Буду показывать зимние модели. Зимние коротенькие. Казаки. Вот в черном цвете. 10800 с 35 по 40 размер. Девчонки, вот на мне зима. Я ношу 37, но надела 36 размер. Кстати, они тоже, ну, плотно, но хорошо. 38 размер велик прям. Так что будем говорить, что они полномерные, полные размеры. Они в черном и в коричневом цвете. Эти коротенькие, с вырезом таким хорошеньким. Кстати, очень хорошо. С брюками, с платьем. Считаю, что хорошо смотрится прям. Десять восемьсот с 36 по 40 размер. Немного повыше. 10800. Также смотрите, натуральный мех. Очень тепленькие. В коже и в замше. Кстати, очень тоже хорошо обувается тут независимо. Подъем. Эти немножко повыше. Они в черном, коричневом цвете. С 36 по 40. Не буду испытывать, конечно, судьбу. Очень хорошие казаки, они высокие. 12600 с 35 по 40 размер. Девочки, чуть-чуть, они даже больше мерят грамочку. Внизу евромех, вот здесь, вот там, где ножка. Очень мягкая, хорошая замша. Прям хорошие ботильончики. Ой, ботильончики, казачки. Но опять-таки все зависит от подъема. Еще казаки. Также зима. 8600 с 36 по 40 размер. Черный и белый цвет. Эти немножко пониже. И 8600 с 36 по 40. Такие же модели, только здесь с рисунком. Видно вам или нет, девочки? Давайте посмотрим. И без рисуночка классические. Одни казаки. Тут еще у меня на замке, кстати. Одна пара осталась. 38-й, 12600 на замке. Зима. Давайте попробую.
Да, хорошо, прямо обуваются они. На широкую как раз ножку хорошо. Кто любит такую высоту, но модель хорошая. В 38 размере один размер остался. Именно в размер идут они. 12600, 38 размер. Девочки, кого заинтересовал, пожалуйста, один модель. Ну что, на этом будем заканчивать наш обзор. Следите за нами, мы очень рады вас видеть, слышать. Приходите к нам, мы вас ждем.